ТНЕТ – надійний інтернет-партнер кінофестивалю. Видите, вы визуально неграмотно, хотите быть режиссерами. В Англии лучшее образование в области кинематографии связано с художественными школами. Так что сначала учитесь визуальной грамотности, прежде чем мать вашего даже прикоснётесь к камере. Сначала научитесь видеть, а потом думайте об устройствах и игрушках. И, по-моему, Ла Фонтен в свое время сказал: «Удача всегда приходит подготовленным умам». Так что давайте, готовьтесь, используйте все орудия, которые вам доступны. Но главное, сосредоточьтесь на видении. Еще раз процитирую Рембрандта: «Если у вас есть глаза, — говорил он, — еще не значит, что вы умеете видеть. Так что удовлетворите свои амбиции путем изучения визуального ряда». Кинематографисты делают только то, что художники делали уже 8 тысяч лет. Давайте поговорим о более коротком периоде истории. Скажем, начнем с Древнего Рима. Сотни и сотни художников старались, чтобы женщины выглядели красивее и красивее, а архитекторы старались, чтобы дома становились все лучше и лучше. И мне кажется, что эти 8 тысяч лет художественного наследования были бы прекрасным фундаментом для кинематографистов. Я считаю, что художники и дизайнеры ответственны за все, что нас окружает в мире. И дизайнеры, они ищут вдохновение в работах художников. Знаменитый итало-швейцарец Джакометти сказал: «Ваша бабушка, наверное, ничего не знает о Пикассо, но будьте уверены, что Пикассо знает все о вашей бабушке». И как бы результатом деятельности художников это все, что окружает нас, все, что сделано человеком. Поэтому я считаю художников очень важными для всего. Я думаю, что первое значимым деянием человечества была картина. И когда человечество когда-нибудь закончит своим существованием, так случится последнее, что сделает человек, это тоже будет картина. Возможность оформить свои идеи в единое произведение искусства прежде всего ассоциируется с визуальным характеристиками человеком, и мы можем демонстрировать его в своих работах. Я считаю, что если кинематограф должен быть визуальным искусством номер один, то он должен использовать опыт 8 тысяч.